Ну что, подышали, мои хорошие? Пабло вроде отошел немножечко. Будем на КТ его записывать. Бедненький. У него сегодня ночью в 4 утра, в 3 утра даже, приступ был очень сильный, прям сильнее из трех, ну, три, которые я видела. Вот это был третий и самый сильный. Очень долго шел, он прям вообще бедный. Глаза стеклянные. Маленький ты. Ну, давай, выходите, сейчас побегаете. Давай, Дезечка, давай, иди бегай. Давай, хасочка ты моя, бегай. Кошка обормотная лежит. Вообще, пофигу. Естественно, так нельзя делать. Но у меня кошка просто странная. Никаких кошек, собак около крыс. Так, посмотрим. Давай, Паблочка, выходи. Выходи из переносочки. Блин, какой же ты большой стал. Давай, теперь ты беги. Давай, иди гуляй. Молодец, молодец. Все, они вниз пошли. Теперь вот этим проныром старым ингаляции буду делать. Так, это у нас Хавичка сидит. А это у нас в свою очередь ждут крысочки мои. Все, у них все спущено, чтобы они не лазили. Только одна у нас остается лазить, еще такая более сильная. Все остальные внизу уже сидят. Не хотят ничего, сил нет. Самый уставший, конечно, у нас Хавичка, председатель. Ну что, пойдем? Так, вот это у нас плешивая, это Айзелька. Ну, вот так вот на ней сказались, собственно, уколы, лечение. У ножки уже в растопырочку. Спинка вся плешивая. Это явно ее не выкусывают. Мне кажется, все-таки это от преднизолона она такая стала. Так, идет она сюда. И сладочка, я же знаю, что это ты, девочка моя. Пойдем, пошли, моя красотка. Гектор там еще где-то сидит. По хвостику я ее отличаю очень хорошо. На хвостике вот такая беленькая штучка. Так, ну все, давайте сейчас будем дышать. Включаем. Тут сгрызли уже все контейнеры, все небулайзеры. Так, а вот этим чертовкам вот им кушать дадим. У нас их же много. Все, идите кушайте. Хавичка, сыночек мой маленький. Какой ты у меня милый. Какой ты у меня красивый. Что, семечки унюхал, да? Ну да, ела я семечки. Все, давайте, кушайте, поправляйтесь. Гектор вышел. Трусливые мои. Да, Муська? Муся вообще у нас это в недоумении всегда. Ну, вот такая вот кошечка у нас. Всех любит, всех принимает. Ну, еще раз, как бы, да, нельзя ни в коем случае кошку вместе с крысами. Потому что, ну, это один на миллион, наверное, который пофигу вообще на все. Так, а тут, я подозреваю, уже эти сидят. Да? Что у вас там, любовь? Чем вы там занимаетесь, извращенцы? Пабло, хватит малолеток совращать. Ты у нас уже большой мальчик. Я вот тут считала, сколько ему возраст. Что-то офигела даже. Я думала, ему годик всего. А оказывается, он уже год там и 9, что ли. Как-то так. Да, Пабло? Да, Пабло? Ну, они тут в тумбочке у нас сидят. Ну, все, сидите. Или еще будешь выходить. Дейзи, интересно тебе, да? Нравится вам здесь? Как оборудовано.
все для вас, простите. А ты, Муся, чего? Мусечка. Ну, такая вот кошка странная. Дейзи. У вас тут окошко, да, сделано? Ну, давай еще раз посмотрим, где вы там бегаете. Пабло вон у нас выглядывает. Дейзичка вся такая у нас перецветшая. Надо будет тебя потом чуть-чуть помыть. Уже попачкалась. Подышала, да? Получше дышать стала. Она вообще нормальная была, а потом что-то резко опять в ночи вот так вот сидишь, прислушиваешься и понимаешь, что опять они хлюпают, у них вот эти риниты, пневмонии. Все, бегайте. Мусь покушала, покакала, пописала и довольна. Больше ничего и не надо в этой жизни. Любопытная какашка. Нет, ей надо, чтобы ее гладили. Муся у нас очень тактильная кисочка, очень красивая, добрая, редкость такая, маленькая ты моя, хорошая. Ну ты чего, Дейзи, там лазишь? Иди с Пабло играйся, я ж тебе Пабло дала. Все, бегайте, вы сегодня до конца дня бегать будете.